В этом рецепте я вам расскажу, как приготовить энчиладу. Это традиционное мексиканское блюдо с пикантным вкусом, которое можно подавать и в качестве закуски, и в качестве горячего блюда. Одна из разновидностей этого блюда предусматривает мясной фарш вместо курицы в начинке. Также по вкусу в начинку можно добавлять консервированную кукурузу и помидоры, но главное во вкусе – это острота, которую придает перец чили. В зависимости от ваших предпочтений энчиладу можно делать более или менее острой. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Отваренную куриную грудку мелко нарежьте, перец вымойте и просушите. Достаньте из него семена и нарежьте мелкими кусочками. Сыр натрите на крупной терке и смешайте начинку. Добавьте туда перец чили на кончике ножа и немного соли. Выложите начинки на край тортильи, тортилью сложите конвертиком, завернув в нее начинку, тортилью сложите в форму, уложенную пекарской бумагой. В кастрюле растопите сливочное масло, как только оно расплавилось, всыпьте к нему муку и немного обжарьте, затем постепенно влейте молоко, соус нужно постоянно помешивать, чтобы в нем не образовалось комочков. Соус должен немного загустеть, затем его нужно вылить на тортильи. Духовку разогрейте до температуры 200 градусов. Тортильи под соусом присыпьте тертым сыром и отправьте в духовку. Вырекайте блюдо 15-20 минут, подавайте его горячим или охлажденным. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Тортильи, 3-4 штук. Отварные куриные грудки, 2 штуки. Перец сладкий, 1 штука. Сыр, 200 грамм. Молоко, 2 стакана. Сливочное масло, 3 столовые ложки. Мука пшеничная, 3 столовые ложки. Перец чили, 1 щепотка. Количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачи, друзья, заходите.